Более 9000 детей отдохнут в загородных лагерях Чувашии этим летом. Заявочная кампания сейчас в полном разгаре. 17 апреля в ней участвуют города и районы. О том, как лучше организовать каникулы, говорили на республиканской планерке. Чтобы лето детей прошло интересно, с пользой для здоровья и ума. Этим вопросом озадачены сейчас взрослые. В республике будут работать 318 лагерей, в том числе пришкольные. Вместе они смогут принять уже почти в 10 раз больше ребят. В этом году сроки подачи документов изменены. Нужно сделать все за месяц до начала оздоровительной кампании. Ограничительные меры из-за опасного вируса никто не отменял. Готовятся к открытию 14 загородных лагерей. Всего 220 лагерей вместе с пришкольными направили в Роспотребнадзор уведомление о готовности принять детей. То согласно рекомендациям Роспотребнадзора на сегодняшний день мы пока реализуем 75% наполняемости наших лагерей. И в зависимости от эпидситуации в перспективе будем смотреть уже по дальнейшему наполнению. В соответствии с новыми санитарными правилами и методическими рекомендациями Роспотребнадзора все лагеря будут оснащены рециркуляторами, бесконтактными термометрами, антисептиками, дозаторами и средствами индивидуальной защиты. Путевка стоит около 16 тысяч рублей. В профильную смену продолжительностью 21 день чуть больше 17,5. Что же касается льгот для семей, то они сохранены на уровне прошлых лет. Глава Чуваши отметил, что если для безопасности детей понадобятся дополнительные средства из бюджета, то правительство республики готовы искать другие формы поддержки. Важно подчеркнуть, что некоторые путевки так и остаются невыкупленными. Поэтому после 5 мая заявочная кампания продолжится на свободные места. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.